Привет всем фанатам боевых сцен в кино! Я приготовил для вас лучшие удары в исполнении культового кинобойца Скотта Эткинса, который стал кумиром и мотиватором для миллионов людей со всего мира. Различные вертушки, торнадо и сальто всегда были украшением боевых сцен в кино. А в исполнении данного кинобойца они выглядят натуральными и эффективными. Плюс, также известный всем, как Юрий Бойко, часто появляется в ролях жесткого и брутального бойца. И ему это идет. Итак, начинаем. Актерам часто приходится не только избивать сотни противников, но и уметь показывать, как они сами получают удары. И Скотт Эткинс отлично демонстрирует свое актерское мастерство. Фатахов Михаил, автор проекта Action Move, фанат и деятель в сфере боевых сцен в кино. Всем здоровья и хорошего настроения! А если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет еще много чего интересного.